Кстати, вот здесь что-то даже
Москву напоминает, да, немножко? Нет? Что-то вот мне как-то участок вот эту прям Москву напомнил. А я знаю, почему он мне напомнил-то. Потому что мы приближаемся к гостинице «Москва». Да, игровых автоматов ночью. Да. Ну, при этом, да. Ты знаешь, у меня, я когда разговаривал, вот, например, с владельцем клуба бильярдного, он мне сказал, мне эти кризисы, они, в принципе, на руку. Потому что, когда кризис, у меня, говорит, посетителей очень много. Все в бильярд играют. Ох ты, ну помпезно, конечно, ну ничего не могу сказать. Не пусти туда. Почему это? А что мы... Солидная одежда. Ты скажешь и это... Что я скажу? Скажу, что я не с тобой. Нет, ты скажешь, что мы, туристы, хотим посмотреть. Я тебе зашвырю. Так, иди отсюда, блядь, турец. Слишком уж помпезно, да? А это что такое, Милен? Какой-то... А, что-то в Белграде, что-то какой чемпионат состоится, да? Ага. А, мировой чемпионат, что ли? Ну как, мировой? Мировой чемпионат какой-то по атлетике в 22-м году. Осталось сколько? 17... О! Всего 17 дней? И что там будет тогда? А вот кто-то все-таки там выходит, заходит. Ну пойдем все вместе, зайдем тогда. О, посмотрите в это. Вы видели такие вот людей в таких? Похож на наш Сбербанк. В ушанках таких ходят еще с гербом как. Ну да. А вот кафе как раз от... Вот здесь? Ну, гостиница внешне выглядит лучше, чем гостиница Югославии, гостиница Сербии. Не, внешне тут она вообще очень солидная. Что тут зато помпезное здание церкви, конечно. Это вообще как в Риме. Вот, смотри, какие, да? Помпезные.
Не, ну что могу сказать, вот именно здесь, на этом участке, так это достаточно чисто, нормально. Даже так на город похож. Даже на какой-то город Салину похож. Даже вон двери остались старые. Да, Беларусь, Казахстан. Это что означает? Посольство в одном здании, не знаю. Я думаю, то, что посольства здесь явно будут. А вы не просмотрели никакой, может, вечером в какой-нибудь ресторан пойдем, нет? Ну что? Не присмотрели? Милена, не присмотрели? Что говоришь? Почему? А да ладно, ну не знаю, я не скажу, вот здесь уже совсем, мне кажется, здесь уже совсем по-другому город как-то смотрится. Не, Москва прям, вот мне кажется, Москва 90-х годов. Когда еще Собянин всю Москву в плитку не укатал. Вот приблизительно так же был. Что там? Какой-то этот, что-то двуглавый орел. Вот, двуглавый орел. Ну что, Артём, скажешь теперь по Белграде? То же самое. Ну как в Вене, да? Не, ну такие здания да достаточно интересные есть, нет? А, не был. Ну да. Так вот этот проспект Никитин, вот так, в принципе, да? Америки, что ли, да? Или что там? Флаг какой развивается? Я что-то...
Слишком помпезный флаг нет, какой-то? Нет, слишком огромное здание для посольства Америки. Ну, я не знаю, я так чисто теоретически предложил. Нет, там другой какой-то флаг. Да нет, нет, это не посольство Америки. Да, друзья, здесь такой памятник есть нашему царю, нашему россиянскому. Ну как? Ну, тебя-то не было. Тёма, Николай II, собственной персоной. Милена, в Европе... А вы посмотрите теперь налево, два флага. Какие флаги, Милен? Гуляем. Друзья, мы находимся в Пионерском парке. Что, Милена опять присесть хотел? Крымская липа, друзья.
Друзья, сегодня последний день зимы и последняя, ну я так предполагаю, последняя елка в Европе, которую мы видим. Каток на катке. Мы находимся в Белграде. И вот наблюдаем такую картину. Новогодняя елка. Идем. Ну вот, друзья, последняя елка в Европе. Остатки от Нового года, наверное. А это идем туда, к замку, если идти. Завтра а пойдем. Ну, может, домой идем. Куда? Да. Друзья, русский царь. Вот он,
У него еще до сих пор у русского царя Новый год. А цены какие у русского царя? А вот тут. По 1000 одно блюдо. По 10 евро одно блюдо. Да, тут частично даже Новый год еще, да? Ну да, они не знают, что, оказывается, Новый год закончился. Пошлите, пошлите. А куда? Ну, пускай хочет, зайдем.